На День Конституции Дагестана подарок малышам от руководства республики и столицы – детский сад. 280 махачкалинских детей теперь смогут пойти в новое дошкольное учреждение, расположенное в Приморском микрорайоне М5. В торжественной церемонии открытия принял участие и глава Дагестана Рамазан Абдулатипов. Огромная программа по строительству детских садиков реализуется по указу президента Российской Федерации. В Дагестане 64 тысячи детей стоят в очереди в детские садики. Но мы должны обустроить всех детей в детские садики. Постепенно, но эту задачу мы обязательно должны выполнить. Если в другие города количество мест в детских садиках становилось несколько сот, то по итогам 2013 года мы сдали более 3000 мест в детских садиках. И сейчас, с приходом Магомедова Алибагановича, эта работа активизировалась, и в ближайшее время мы сдаем фактически 3 детских садика для махачкалинцев. Но одновременно надо обратить внимание, что этот детский садик сдается в новом поселке. И, конечно, нам совместными усилиями надо обустраивать вот эти поселки, чтобы они были пригодны для нашей жизни, для жизни наших детей. А это огромная работа не только городской администрации, но и каждого гражданина. Дорогие друзья, я очень рад, что сегодня, в День Конституции нашей республики, мы смогли сделать такой подарок детям. Дети этого заслуживают, потому что это наше будущее. От того, какими будут наши дети, зависит, каким будет наш Дагестан. А мы все любим свой Дагестан. И готовы работать на Дагестан, чтобы он был краше, лучше, чтобы мы могли гордиться своей республикой, своей родиной, своим народом. Спасибо. Далее Абдулатипов осмотрел помещения, игровые комнаты, санузлы, столовую. Дошкольное учреждение начали строить в прошлом году по заказу столичной администрации. Учитывая острую нехватку мест в детских садах, здание было построено в самые кратчайшие сроки – 10 месяцев. Детский сад рассчитан на 280 детей и соответствует всем современным стандартам. На его строительство потратили 169 миллионов рублей.